Вооружившись инструментами и документами, сотрудники Одинцовской теплосети осматривают канализационные колодцы в поселке «Летний отдых». При тщательной проверке обнаружено несколько незаконных подключений к системам водоснабжения и водоотведения. Данные несанкционированные врезки ведут к ухудшению качества услуг для законных потребителей наших ресурсов, а также несут дополнительную нагрузку на сети водоснабжения и водоотведения. Такого в компании позволить не могут. Сапоги есть? Сапоги есть. Глубину уже это, да? Вот так с юмором рабочие берутся за дело. Переодевшись, спускаются в колодец, чтобы перекрыть и опломбировать подключение таких нелегалов. Ну а самим предполагаемым потребителям данных услуг направляют уведомления о необходимости заключения договора с ресурсоснабжающей организацией. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».